Всем приветик и поздравляю всех с 14 февраля. Надеюсь, что вы весело проводите время, а не так, как я сижу вот сейчас, баночки пустые, смотрю и наслаждаюсь. Да, я уже успела сходить в магазин. Ой, девчонки, сегодня так сложно было сдержаться от каких-то покупок. В общем, я чуть-чуть украшений купила и все. Решила, что никаких подарочных наборов косметики мне не нужно. Итак, давайте начнем. Что же у меня закончилось? Закончилась одна пена для ванн. Я содрала все этикетки. Кстати, хочу сказать то, что с некоторых упаковок этикетка сдирается, и все гладко и сладко, скажем так. А с некоторых, например, как вот это, остается какой-то клей. В общем, не так-то приятно. В следующий раз я это учту и буду аккуратнее отдирать. Ну, сейчас уже все поотдирала, поэтому вот так. Кстати, по поводу вот этих этикеток, реально, да, это прям работает. Работает на все 100. Я содрала этикетки, руки начали тянуться к тем продуктам, к которым, в принципе-то, и не тянулись. Например, вот этот спрей я закончила. Я распылитель просто... выбросила, у меня там, мне нужно прятать пустые баночки, скажем так, чтобы никто не обнаружил, что я тут складирую. Ну, такое у меня своеобразное, ну, как бы, хранение. Закончился, да, как-то стали руки тянуться, я не знаю, как это работает и с чем это связано. Закончился, ура, наверное, он у меня год, а то и чуть больше, потому что я его покупала, наверное, в январе прошлого года. Это вот такой вот скраб. Тут осталась информация сзади, потому что ее я не стала соскребать, как бы ее не видно, он стоит вот так. В общем-то, использовала его, конечно же, я не для лица, а в основном для декольте. Он очень грубый, очень такой прямо не щадящий. Но я рада, что наконец-то вот эта вот банка, которая уже вся просто в разводах, в потеках, я ее столько раз чистила, столько раз всякими спреями пшикала тоже, вот знаете, наравне с сантехникой, думаю, ну, почищу. Но на самом деле, если упаковка уже становится, знаете, такой заляпанной, призаляпанной, и продукт, ну, скажем так, не из тех, которые нужно использовать один раз в месяц, скажем так, то это уже тревожный звоночек, что этот продукт нужно либо выводить скорее, либо как-то доиспользовать. Кстати, по поводу вот этих моих не тянутся ручки продуктов, все работает отлично. Я все перебрала, как тогда вам сказала. Сейчас я даже уже убрала, ну, скажем так, любимые продуктики, уже как-то свыклась, уже привыкла, да, есть вот эти, нужно закончить, любимые-то я всегда закончу, а эти, как бы, ну, заканчиваю, и прогресс действительно налицо. О, очень классно закончила, потому что я вот этот вот скраб, большую эту банку, он просто сейчас в воде, у меня тут все в воде, я чуть-чуть это все намочила, как бы, когда собирала эти банки. Я, в общем, разрезала этот скраб для ног. Я рада, что все-таки продукт не из дешевых для скраба, конечно, но из-за того, что у него срок годности буквально выходил в следующем месяце, я не знаю, как так, я вот купила его в прошлом году, тоже в феврале, возможно, там в январе, и такой короткий срок, я думаю, что я просто не смотрела, как обычно, на, знаете, ну, на дату изготовления, в общем-то, молоко-то мы иногда смотрим, а вот это вот мы все не смотрим. Как бы берем, доверяем тому, что нам продают, в принципе. А нужно иногда открывать, скажем так, глазки. Девчонки, закончила вот этот вот крем для рук. Я ожидала от него намного больше, чем он мне дал. Конечно же, вообще он что-то не увлажняет руки. Знаете, такие как вот обветренные, когда бывают без перчаток. В принципе, он как-то ничего особо не делал. Чтобы крем, еще и маска. Ну, как-то слишком такое большое название. Немножечко я сожалею о том, что я не оставила данный продукт на весну, на лето. Все-таки, как бы, знаете, тогда бы он, мне кажется, попроще пошел. Сейчас был расход побольше, потому что, ну, не хватало реального увлажнения. Я постоянно добавляла, обновляла, быстренько закончился поэтому. Но, с другой стороны, закончился, и хорошо. Если продукт не особо понравился, то зачем его держать?
Дальше у меня закончился спрей для волос. О, да, я не знаю, как это, опять же, работает, только содрала этикетку. Этот продукт у меня буквально из рук не выходил для легкого расчесывания. В общем-то, я думаю, что все-таки этикетки влияют. Если рука тянется, там, знаете, за этикеточкой какой-то, за красивой картиночкой, то это хорошо. А когда не тянется, нужно что-то, скажем так, менять, наверное. В общем, содрала. И не жалею ни капли. Да, хоть там тоже вот флакончик стал чуть липковатым, но я довольна, рада и вообще в восторге. Хорошо, что я это все содрала. Следующий продукт, он тут и волосы к нему прилипли, в общем-то, это шампунь для волос Эвелин. В общем-то, тоже содрала этикетку. Ой, девчонки, это из тех продуктов, которые куда угодно, только не на волосы. Да, я попробовала его на волосы, два раза наносила, ну, мыла я им волосы с промежутком достаточно большим. В общем, лить его надо чуть ли не по три ладони. За один раз он ничегошеньки не вымывает, нужно два раза мыть. И волосы, знаете, не промываются у корней, потому что они становятся сразу сухими, как сосульки. И, ну, реально тяжело как-то пальцами залезть через эту копну сухих волос, чтобы промыть корни. В общем, мучиться я не стала. Я его использовала, когда нужно что-то помыть, замочить. В общем-то, и для, как бы, там, мочалку что-нибудь ее нужно с ней сделать. В общем-то, как угодно, но только не по назначению. Ну, закончила, опять же, такая бадья выйдет из строя. Все-таки вот, конечно, с уходовой косметикой я сразу замечаю, что у меня идет прогресс, потому что на полочках становится сразу значительно меньше продуктов. Ну, в действительности, вот сейчас я выбрасываю как бы такой пакет, скажем так, косметики декоративной столько за год примерно набирается в таком же объеме. Занимает она намного меньше места. Тут все-таки, конечно, объемные. И вот такой вот у меня уход закончился. Ну, что могу сказать? От тоников, наконец-то, я избавилась. Больше покупать не буду тоники. Крышки, кстати, я поснимала. Они золотые и как зеркало. Кстати, очень даже, ну, как бы, хорошее зеркало. Все можно разглядеть. Ну, тоник как тоник, ничего особенного. А вот крем, он был таким белым. Ну, вот чуть-чуть какая-то маслянистость. Вот, то есть, белость это вот белый. Наверное, там уже ничего нет. В общем, вот эта вот белоснежность его, она вот, кремик, вот она сразу как бы, ну, вот сразу ее нет. И какое-то вот масло остается. И вот, знаете, когда это все с утра, макияж, ну, чуть-чуть такой неряшливо подплытый получается, поэтому я использую его чаще вечером. Нет, это все-таки не мой продукт. И закончился вот этот гель для лица. И я сейчас в него перелью данный продукт. Мицеллярный гель, потому что вот эта вот упаковка мне не нравится. Я сейчас его переливаю сюда. Эту, естественно, баночку там разрезаю остатки на 1-2 раза, использую и выбрасываю. А это будет уже считаться, когда она будет пустышкой, это будет вот этот продукт, скажем так. Всем спасибо за просмотр и всех целую, всем пока!